Продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза Уфа» в студии Светлана Лосева. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме подведут итоги рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах за 2021 год. Это одно из ключевых событий форума, и Башкортостан рассчитывает улучшить свои позиции. Национальный рейтинг агентства стратегических инициатив составляет с 2014 года. Оно оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. А его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на уровне субъектов. Среди критериев и показателей административного воздействия на бизнес, который в республике из года в год ослабевает. Впервые в прошлом году Башкортостан вошел в топ-5 нацрейтинга. Эксперты считают, что есть шансы подняться еще выше. Таким подходом я не удивлен, я даже ожидаю этого, что место Республики Башкортостан в инвестиционном рейтинге будет достаточно высокое. Достаточно высокое. Понятно, что чем выше рейтинг, тем больше конкуренция, другие регионы тоже не дремлют, тем более трудно, конечно, соревноваться, к примеру, с Москвой, Московской областью, там, к примеру, которые имеют экономический потенциал, фактически столичный. Но я, безусловно, уверен, что Республика Башкортостан будет в топе. Сейчас инвестиционный портфель Башкортостана насчитывает 1790 проектов на 1 300 миллиардов рублей, благодаря которым создадут порядка 60 тысяч рабочих мест. 280 наиболее крупных проектов имеют статус приоритетных. В прошлом году республика привлекла почти 420 миллиардов рублей инвестиций. Башкортостан закупит 100 троллейбусов у Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Их собирают из белорусских комплектующих. Об этом глава региона Ради Хабиров сообщил в интервью изданию «Спутник Беларусь». Он также отметил, что на фоне геополитических событий Минск активно укрепляет сотрудничество с российскими регионами. Башкортостан в ближайшем будущем планирует поставлять в дружественную страну современные станки. В свою очередь в республике будет локализовано производство гусеничных тракторов под белорусским брендом. И мы хотим вот глубину интеграции нашего троллейбусного завода все увеличивать, увеличивать, увеличивать вместе с троллейбусными предприятиями Беларуси. Ну а если посмотрите, то вторым по количеству автобусов, которые ездят по нашим улицам, это компания, тоже автобусы «МАЗа». Наша компания, коммерческая компания, которая выиграла конкурс и, соответственно, осуществляет и гражданские перевозки, пассажирские. По итогам прошлого года товарооборот между Башкортостаном и Белоруссией составил 295 миллионов долларов. В ближайшее время этот показатель планируется довести до полумиллиарда. Власти Башкортостана рассчитывают нарастить экспорт продукции глубокой переработки нефти и газа, соды, высокотехнологичных станков и комплектующих для предприятий автопрома. Конкурсному управляющему МУЭТ Уфы не удалось найти покупателей на имущество предприятия. Оно было выставлено на торги по начальной цене в 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Напомню, в имущественный комплекс управления электротранспорта входят трамвайные депо на улице Давлетшиной и проспекте Октября, 97 трамвайных вагонов, троллейбусные депо на улицах Макарова и Вологодской, а также 97 троллейбусов, трамвайные пути, контактные сети и другое. Новый собственник должен использовать их для организации пассажирских перевозок. Ранее вот конкурсный управляющий заявил, что если имущество не удастся продать на повторных торгах, его передадут на баланс города. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал подчиненных за затягивание сроков по нанесению дорожной разметки. Работы планировали завершить до 1 июля. Однако, по словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустема Хамитова, это не удастся сделать из-за обильных осадков. Таким образом, на сегодняшний день на городские улицы нанесли только 37 тысяч квадратных метров разметки из запланированных 160 тысяч. По словам сити-менеджера, проблема вовсе не в погоде, а в слабой работе и недокомплектации комплектованности штата сотрудников. Рустам Ильич, вот говорите, значит, погода. Вот отличная погода была сегодня. Вам яркий пример. Я специально ночью выехал, посмотрел, где работаем.
работали на одном участке. Если мы так делать будем, мы в следующем году разметку закончим. То есть, когда вы говорите, что погоды не было, да, мы это признаем. Начало, значит, сезона было не очень удачным. Но сегодня вы должны ударно работать там. Как минимум 10 экипажей должно быть для того, чтобы нарастить, значит, ваше упущение. Напомню, что на работы по нанесению разметки на дороге Уфы выделили 150 миллионов рублей. Средства направили из бюджета города. Лесхозы Башкортостана реализовали на бирже более 3000 кубометров древесины. Сумма сделок составила 12,5 миллионов рублей. Всего с начала этого года на продажу выставили 9,5 тысяч кубометров на 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минлесхозе Республики. Особым спросом пользуются дрова, пиловочник и хлысты хвойных пород. Нереализованной пока остается древесина лиственных пород. Отмечу, что по запасам древесины Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе, а по объемам посадки леса – первое. Доля искусственного лесовосстановления в республике составляет 50%, когда в среднем по стране – 20%. Несмотря на увеличение фактического объема заготовки в динамике на 189 тысяч кубов, мы наблюдаем недостижение процента освоения расчетной засеки. То есть освоение расчетки у нас составило 32% при плане 32%. Но это в том числе обусловлено увеличением объема самой расчетной засеки в связи с изменением лесхозяйственного регламента лесничества. В этом году в Башкортостане восстановят лесной фонд на 14 тысячах гектарах. Для этого необходимо порядка 650 тысяч саженцев. 300 тысяч из них планируют закупить в других регионах. На это выделили 2 миллиона рублей. И в завершение выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро продолжают падение. Американская валюта подешевела на 43 копейки до 56 рублей 66 копеек. Евро на 12 копеек. Курс 59.12. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Акибанке за 62 рубля 10 копеек. Продажа в Райффайзенбанке за 66.25. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в БКС-банке за 67 рублей ровно. По продаже в Райффайзенбанке Файзенбанке за 68.75. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.